Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. 18 спецмашин и более полусотни спасателей. В Гомеле горела еще одна пилорама. Пожару был присвоен третий номер сложности. Справиться с ним удалось лишь спустя 2,5 часа. Сообщение о возгорании на улице Барыкина поступило от очевидцев 00:30 ночи. К моменту прибытия подразделений МЧС горела крыша двухэтажного здания. Здесь располагались склады, деревообрабатывающие станки, а также кабинеты. Огнем были охвачены и пиломатериалы на площади 40 на 150 метров. Причина пожара устанавливается. Еще хотелось бы отметить, что в принципе распространению пожара послужило не только позднее обнаружение, но и несоблюдение субъектом хозяйствования противопожарных разрывов, что и явилось источником переброски огня на сам лесопильный цех. Отмечу, что это уже второй пожар на деревообрабатывающем предприятии региона за последнее время. 12 мая горела пилорама в деревне Уза. Поездка бесправника в Калинковичском районе закончилась ДТП. Не обошлось без пострадавших. Инцидент произошел на 6-м километре автодороги Юшки-Горочи-Чилипов. По предварительной версии, 21-летний водитель за рулем Volkswagen Passat не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся. В результате происшествия ехавшая в качестве с ним 20-летняя пассажирка получила телесное повреждение и была госпитализирована в Калинковичскую центральную районную больницу. Чтобы легче было найти, еще 130 велосипедов в Гомеле поставили на учет. Милиция провела соответствующую акцию. Мероприятие прошло на оживленных перекрестках областного центра. Проезжавшие мимо владельцы двухколесных коней могли без труда поставить их на учет. Отмечается, что в регионе в базу данных попали уже свыше 2500 единиц транспорта. Описывается полностью модель велосипеда, его серийный номер, особые приметы, данные владельца, когда, где куплен. И в случае, если это транспортное средство было утеряно либо похищено, в дальнейшем это намного упрощает поиск таких велосипедов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.